Приветствую тех, кто смотрит мой канал. Сегодня 7 мая 2019 года, и позавчера ко мне пришло письмо из Кипра. Давайте посмотрим, что внутри. Упаковано добротно. Надпись. Спасибо за покупку. Наименование магазина. Этот объединенный лот состоит из 11 монет, 8 из которых относятся к Ирландии и 3 монеты к Испании. Рассмотрим монеты Ирландии более подробно, постепенно увеличивая номинал. 1 пенни, год 1968, регулярный выпуск, материал бронза, гурт гладкий, форма круг, соотношение аверса к реверсу медальонное. Вес 9,45, диаметр 30,9, толщина 1,8. Со стороны аверса вы можете увидеть арфу, наименование государства, а также год. Со стороны реверса вы можете увидеть номинал монеты и курицу с цыплятами. Кант выступающий. Следующие две монеты. Номинал 1 пенни, год 1976 и 1990, регулярный выпуск, материал бронза, гурт гладкий, форма круг, соотношение аверса к реверсу медальонное, вес 3,56, диаметр 20,32, толщина 1,52. Со стороны аверса вы также можете увидеть арфу, наименование государства и год. Со стороны реверса декоративная птица и номинал монеты. Следующая монета. 3 пенса. Год 1962. Регулярный выпуск. Гурт гладкий. Форма круг. Соотношение аверса к реверсу медальонное. Материал медно-никелевый сплав. Вес 3,24 грамма. Диаметр 18. Толщина 1,81. Со стороны аверса вы также можете увидеть арфу, наименование государства и год. Со стороны реверса номинал монеты, заяц, кант выступающий. Следующая монета. 10 пенсов. Год 1994. Регулярный выпуск. Гурт рубчатый. Материал монеты медно-никелевый сплав. Форма круг. Соотношение аверса к реверсу медальонное. Вес 11,31 грамма. Диаметр 28,5, толщина 2,1. Со стороны реверса вы можете увидеть номинал монеты, изображение лосося. Со стороны аверса также изображение арфы, год и наименование государства. Кант выступающий. Следующие три монеты. Номинал 20 пенсов. Год 1986, 1988 и 1999. Регулярный выпуск. Материал никелевая бронза. Гурт рубчатый с гладкими участками. Форма круг. Соотношение аверса к реверсу медальонное. Вес 8,47 грамма, диаметр 27,1, толщина 1,94 мм. Со стороны аверса вы также можете увидеть изображение арфы,
год наименования государства. Со стороны реверса номинал монеты изображение лошади. Кант выступающий. Рассмотрим монеты Испании более подробно. Начнем с первой. Номинал 25 песет, год 1991. Монета посвящается 25-м летним Олимпийским играм, проходящим в Барселоне в 1992 году. Правитель Хуан Карлос I. Регулярный выпуск. Материал алюминиевая бронза. Гурт гладкий. Соотношение аверса к реверсу монетное 180 градусов. Вес 4,25 грамма, диаметр 19,5 миллиметров, толщина 2,11 миллиметра. Со стороны аверса вы можете увидеть изображение Хуана Карлоса I, наименование государства и год чекана монеты. Со стороны реверса вы можете увидеть спортсмена прыжка в высоту, номинал монеты, также название города, год и изображение монетного двора. М означает Мадрид. Также, если приглядеться, можно увидеть эмблему Олимпийских игр. Следующая монета. Номинал 25 песет, год 1996. Монета называется Кастилья Ла-Манча. Материал алюминиевая, бронза, регулярный выпуск, гурт гладкий, соотношение аверса к реверсу монетное 180 градусов, форма круг с отверстием. Вес, диаметр и толщина монеты идентичны предыдущей. Со стороны аверса вы можете увидеть изображение мельницы, год чекана монеты, наименование государства, а также воина-пикинера. Со стороны реверса вы можете увидеть название монеты Кастилья Ла-Манча, 25 песет номинал монеты, а также изображение стены крепости. Следующая монета, номинал также 25 песет, год 1997. Данная монета посвящена 500-летию вхождения Мелилли в состав Испании. Регулярный выпуск. Материал алюминиевая бронза. Гурт гладкий. Форма круг с отверстием. Соотношение аверса к реверсу монетное 180 градусов. Вес, диаметр и толщина идентичны предыдущим монетам. Со стороны аверса вы можете увидеть название государства, год чекана монеты, а также изображение ратуши Мелилли. Со стороны реверса вы можете увидеть наименование города Мелилли, также изображение волн, на изображение монетного двора Мадрид, амфору с вином или с оливковым маслом, а также год 1497 и 1997, что означает 500-летие вхождения Мелилли в состав Испании. Эти два лота я выиграл 21 апреля 2019 года. Обошлись они мне в $5.60. Продавец качественно упаковал их и объединил в один. Покупкой остался доволен. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!